Наступлением праздника Крещения Господня мы хотели бы рассказать жителям города, которые отмечают этот праздник и пойдут в купели совершать омовение, о некоторых правилах и о тех местах, где будут эти купели установлены официально. Значит, ну для начала там, где это официальные места для купания. Это, значит, бухта Казачья, бухта Голландия, причал в районе Радиогорки, в музее-заповеднике Херсонес-Таврический, на пляже Омега, пляж Балаклава, пляж Мыс Хрустальный и пляж в поселке Кача. Ну, также на спасательных станциях, наверное, в районе Парка Победы тоже будет точка. Это те места, которые официально определены правительством города. Там будет обеспечено дежурство медицинского персонала, дежурство спасателей. На мысе Хрустальном однозначно будут установлены палатки, в которых можно будет переодеться и согреться для женщин, для мужчин, в общем, чай возможно будет выпить. Вот. В других местах будет однозначно дежурить медицинский персонал и спасательная служба города. Вот. Будут установлены осветительные башни для того, чтобы людям было видно и удобно проходить к местам купания. Что касается правил, которые необходимо соблюдать, ну, в первую очередь, надо как бы подумать о своем состоянии, о своем здоровье. Если что-то не совсем в порядке, то есть если человек не очень хорошо себя чувствует, наверное, не стоит идти и совершать купание. В первую очередь, контролировать свое здоровье. Во-вторых, я бы не рекомендовал на это мероприятие брать с собой маленьких детей, сильно маленьких, потому что сейчас это модно, посещать такие мероприятия, и люди стараются как бы брать с собой детей. Ну, с какого-то определенного возраста, может быть, там, с 3-5 лет это возможно, если ребенок уже подготовлен, закален, и не будет потом никаких последствий. После обряда омовения, как принято в этот праздник, не стоит вытираться, нужно сразу одевать одежду свою, сухую, естественно, и теплую, ну и потом горячий чай, естественно. С собой можно взять в термосе или в тех местах, где будет это обеспечено, то можно будет выпить чаю там. И потом в тепло дома и продолжать отмечать праздник. Значит, помимо того, что на точках, где будет народ купаться, будут стоять спасатели дежурить, Центр по обеспечению мероприятий гражданской защиты выводит дежурство катер, который будет в режиме патрулирования обходить все эти точки. С водолазной группой на борту будет медик. Нам предписано с 18.00 18 числа уже быть в готовности. Но так как утверждают священнослужители, что с 10 часов вечера уже можно купаться, то есть совершать эти омовения чудесные, то к 22 часам мы будем готовы встречать людей. И до 12 часов дня точно следующего, то есть 19 числа, но убирать ничего не будем, эти места, обеспечение этих мест до 16 часов, 19 числа.